10. Посмотрим, как ты справишься со спринтом по городу. Я смогу! Что такое? Догнать не можете? Ха-ха-ха! Ой-ой! Пропустите меня, идиоты! Тайлер, сосредоточься! Надеюсь, заполируется! Я могу выиграть. Чуть-чуть продержаться. Раздолбал тачку в хлам, но не зря. Ну так это, ты мне говорила, возникли трения. Каждый раз, когда мы выходим против дома, полиция тут как тут. Хочешь сказать, дом купил полицию? Сам как думаешь? Это уже не наш город. Не осталось никого, кто мог бы выйти против них. Мне нужна Наварро, а это не моя проблема. Хорошо, тогда до следующей гонки, раз тебя волнуют только они. Три-ноль в мою пользу, сестра. Готова к счету 4-0? Выиграй, потом хвастайся. Так, Тань, давай еще раз. Нравятся мои задние фонари?
Финишируй как следует, да и все. И вот я первый! Меня не победить! Погнали! Куда дальше? Сейчас гонять не будем. Мою команду ищут. Надо затаиться пока. Так меня и бросишь, старшая сестра. Ладно. Хоть нам и приходится прятаться, у меня все равно есть для тебя испытание. Следующий заезд будет заездом на время. Готовься выйти на учебную трассу клуба бунтарей. Thank you.
Отжог по полной! Думаешь про свою месть? У меня и моей команды своя война. Дон хочет сделать из нас, гонщиков, игрушки для тотализатора богачей. Будь ты и правда бойцом, ты не стал бы это терпеть. Мне нужна только Наварро. Я не собираюсь спасать весь город, я не псих. Псих, и я это докажу. Из моей команды на следующую точку не поедет никто, слишком рискованно. А ты точно поедешь. Выходи против меня. Неровный подъем в жилом районе? Реально с ума сошли! И я первый! Больше не будет. Все, ты меня взбесил. Погнали! Первый! Легко. Видишь, что я говорила? Ты такой же псих, как и мы. Неохота это признавать, но ты заставила меня задуматься. У тебя есть поклонники, Тайлер. То, что ты делаешь,
может все здесь изменить. Да, возможно, это не просто схватка Навара и моей команды. Хочу я того или нет. Ты нужен городу, Тайлер. Сделай то, на что у нас не хватает смелости, и увидишь. Мы все поднимемся, как один. Давай вернем себе город, Тайлер. Ваш куратор. Доброго пути, гонщики. Пробиваясь на бандитскую гонку, Тай пошел против старшей сестры и ее клуба бунтарей. Гонщики, ваш куратор даже отсюда слышит запах паленой резины. Оба гонщика зажгли на квотере, но мне сообщают, что когда солнце село, на финише первым оказался Тайлер. Тай, поздравляю тебя с победой. Похоже, сестра нашла брата, который может поучить ее дрэг-рейсингу. Может, не такая уж она и старшая? Решено. Отныне зову ее младшей сестрой.